Доброе утро! Завтрак. Вот что должно интересовать каждого, кто просыпается с утра, идет на работу или по своим делам, или на учебу. И сегодня этот завтрак мы будем готовить вместе с шеф-поваром Максимом, шеф-повар выездного ресторана. И какое блюдо мы будем готовить? Доброе утро, Максим! Здравствуйте, Александр! Мы сделаем сегодня легкий салатик из рукколы с курочкой гриль, с дынькой, с авокадо и с черри-помидоркой. С чего мы начнем? Мы сначала начнем с рукколы. Мы рукколу положим. Просто берем рукколу. Да. Хватит да. столько? Да, как бы щепоточку давайте одну. Щепоточку. Мы не рвем, не режем, просто вот так целиком. Оп! Да, как бы целиком. Хорошо. Еще чуть-чуть можно добавить. Еще чуть-чуть добавим. Да. Вот так. Оп! Сейчас мы берем дыньку, снимаем с нее шкурку и режем ее кубиком. Вот таким крупным. Угу. Почему-то мне кажется, что всякий уважающий себя человек на кухне будет чистить вот таким образом. Ну это как бы домохозяйка, я думаю, да, так чистит. Но, в общем, поскольку я человек без поварского, без кулинарного образования, а заправка у нас какая будет? Заправка будет цедобальзамик. Вот, он этому блюду придаст как бы пикантный вкус. Угу. Вот, и легкую кислинку. Следующим этапом мы будем резать черри-помидорки. Сейчас я вам объясню, покажу как. Сколько помидорок черри у нас идет? На одну порцию у нас идет штучки 3-4. Следующим этапом у нас идет авокадо. Шкурка снимается простым кустарным способом? Крупным кубиком, да, как бы она снимается легко, потому что авокадо зрелый. Но авокадо-то резать несложно. Это-то и я могу. Вот. И вот таким образом. Даже крупными, да? Да. Сейчас крупный кубик у нас. Угу. Мы сейчас обжарим курочку на гриле, на нашем электрическом гриле. Мы ее слегка посолим, дожарим ее, обращаю ваше внимание, абсолютно без масла. Вот. И она сразу же жарится с двух сторон до румяной курочки. Жарится она в течение минут двух. Я думаю, что вместо дыни мы смогли бы добавить грушу. Обязательно только с нее снять шкурку, потому что она, жестковатая. Очень грубая, очень грубая. Здесь как бы самое главное в этом блюде, чтобы все ингредиенты, они были мягкие. Ну все, вот у нас уже курочка готова. Корочка румяная какая. Да, румяная. И самое главное, без масла, обратите внимание. Разрежем это все также кубичком. Прямо в горячем виде мы добавляем салат. И он горячий должен подаваться? Да. Все, можно смешано. Перемешивать? Да. Двумя ложками? Да. Я верю, что этот легкий салат придется вам по вкусу. Желаю вам приятного аппетита. Ну что, а я сейчас буду пробовать.